Тренажер Гросса успешно используется для реабилитации детей-инвалидов уже более 30 лет. Это специальный аппарат, при котором упражнения, направленные на улучшение функционирования опорно-двигательного аппарата, можно делать в вертикальном положении. Подвижность ног и рук ребенка не сковывается. Есть специальная страховка, предотвращающая падение. Этот универсальный страховочный пояс, который регулируется и бедренный объем, и страховка на спине. Вот в данный момент это лента, которая ограничивала, значит, опрокидываемую голову назад. Значит, горизонтальная страховка на спине. Это ограничитель таза. Устанавливать тренажер приехал сам его создатель Юхан Гросс. Он провел мастер-класс для сотрудников научно-клинического многопрофильного центра и рассказал о собственных методиках. Только в вертикали укрепляется мускулатура, которая держит будущим человека в вертикали. Ориентация пространства, координация движений тоже все образуется по вертикали, нахождение в вертикальном положении. Изначально аппарат использовался спортсменами, в частности фигуристами, чтобы научиться сложным прыжкам и другим элементам. Но доработав детали, специалисты решили использовать тренажер для лечения детей. Первое – это вертикализация пациента. Он видит мир с стоячего положения. Для них это очень важно. Второе – это делать первые шаги, первые попытки шагов, может быть, рефлекторные за счет некоторых методик, может быть, уже осознанные, целенаправленные. С помощью аппарата свои первые движения может делать даже тот ребенок, который никогда раньше сам не стоял. В течение года, занимаясь тренажером Гросса, можно достичь огромных результатов. Ведь ни одно лекарство не сможет заменить физическое упражнение. Анна Маричева, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».